Я в одном из интервью слышал такое заявление, что вообще говоря, воспитание полностью формирует, значит, человечка, что вот то, что родители заложат, то как бы и будут, что гены, они второстепенные. Было такое заявление? Потому что я в печатном виде могли... Ну, все-таки гены-то дадут о себе знать. Предрасположенности биологические, они и есть предрасположенности. Другое дело, что если родители превозмогли эти предрасположенности, то, соответственно, и дети за ними последуют. Но я не знаю, там, вкус к чтению... Детям надо где-то насильственно прививать, это надо объяснять, мотивировать, это мы называем, что слушать аудиокнигу, смотреть кино и читать книгу – это три разные совершенно формы принятия информации, и только книга, пожалуй, живая книга дает возможность к совершенствованию, ну, чисто сосудов, чисто нейролептической сети, потому что, получая аудиосигнал, ты не задействуешь часть рецепторов. Пока получая видеосигнал, тем более у тебя не задействует. За тебя уже расшифровал кто-то, уже авторская позиция есть. Когда читаешь книгу, это сухой информационный знак, который ты расшифровываешь. Это преломляется у тебя на подкорке, которым ты сам подыскиваешь обрамление внутри образов, накопленных уже у тебя в сознании. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».